Давайте, наверное, начнем потихоньку. Идея сегодняшней встречи в том, чтобы подвести кратко итоги года, поделиться планами на 2021 год и проведем такую онлайн-викторину на знания 3CX. Посмотрим, кто из наших партнеров лучше всех владеет этим продуктом. Естественно, подарим призы, как настоящие Деда Морозы и Снегурочка. Так что, думаю, будет интересно. Ну и, конечно, затягивать не будем. Я надеюсь, что где-то в полчаса прекрасно управимся. Сегодня с вами я. Меня зовут Илья Иванов, продукт-менеджер компании Epimatica. И Татьяна Милушканя, 3CX, Республика Кипр, представитель, собственно, вендора 3CX. Начну, наверное, я пока вам расскажу, что буквально через 10-15 минут, когда мы закончим вводную часть, викторина пройдет на платформе Kahoot, так называемый. Это такая известная платформа для проведения онлайн-викторин для удаленных участников. Соответственно, вы можете пока проверить свое интернет-соединение, скачать приложение, если хотите, в App Store или в Google Store, или просто зайти на сайт Kahoot IT и посмотреть, что у вас все работает. Ну, конечно, удобнее будет, если у вас будут разные устройства. Ну, проще всего, наверное, смотреть, подключаться с ноута, а, собственно, с мобильного телефона заходить в игру и нажимать на кнопочки. Но это мы еще, я думаю, поговорим. Пока, собственно, сначала о делах. Вот, собственно, Олег Агапов в чате переживал, не будет ли доклад слишком длинным. Я думаю, что не будет. Сначала хочу немножко похвастаться. В 2020 году рост продаж 3CX в России составил больше 35%, и все-таки сейчас еще только 23 декабря. Мы надеемся, что начало следующей недели и конец этой пройдут крайне активно, поэтому цифры будут лучше. Реализовано больше 170 успешных проектов в России и Казахстане за этот год. Это очень классно, и спасибо всем вам, нашим партнерам, кто в этом участвовал. Здесь мы говорим именно про новых заказчиков, которые стали клиентами 3CX в наших странах. Рост по этому показателю больше 20%, и это классно. Ну, конечно, там можно считать по-разному, в штуках, цифры, в деньгах. Понятно, что цифры относительные, но в любом случае это очень круто. Вырвали несколько логотипов клиентов буквально случайным образом, но компании самые разные, от маленьких до больших. Так что это круто, что все больше и больше заказчиков во всем мире и в России становятся клиентами 3CX. Притом наши партнеры работали заказчиками самых разных стран, реализовывали проекты, ну, буквально по всей Европе, не только в странах бывшего Советского Союза, но и в дальнем зарубежье, даже вот до Ирландии дотянулись. Мы, к сожалению, редко виделись вживую. Отдельный привет партнерам нашим новым из Екатеринбурга и Казани, где удалось провести два мероприятия полноценных, посвященных 3CX, но также и в Москве и в других городах были более короткие встречи. С другой стороны, мы привыкли уже и начали общаться онлайн. Больше чем в два раза увеличилось количество онлайн-мероприятий, проводимых нами совместно с вами, с нашими партнерами тоже. Спасибо, что принимали участие и не оставляете нас наедине даже в такие трудные года. Спасибо и 3CX, самой по себе платформе, которая помогала нам всегда быть на связи. Мы у нас в компании тоже проводили совещания, встречи, самые разные мероприятия с помощью митингов от 3CX в том числе. И даже всевозможные игры, квизы. Сегодня, вот, кстати, далеко не первый пример, когда проходят подобные мероприятия. Мы стали чаще делиться новостями, это правда. Чаще, чем раз в неделю, даже чаще, чем два раза в неделю, по сути, выходят какие-то публикации, посвященные 3CX, так что следите за нашими новостями. Спасибо и, собственно, авторам самой компании 3CX за всевозможные интересные поводы, которые мы можем переводить на русский язык. Но примерно каждую третью новость нам так или иначе помогали, или, собственно, были авторами, помогали делать партнеры, в том числе те, которые есть в нашей сегодняшней встрече. Если вы хотите тоже чем-то поделиться, чему-то порадоваться, написать какую-то новость вместе с нами, пожалуйста, в любой момент приходите, мы с удовольствием это сделаем и будем максимально распространять. Отдельно, конечно, хочется поздравить всех, кто подтвердил свой статус уже в этом году, но, опять же, еще есть неделя, так что мы искренне верим, знаем, что эти цифры будут больше. Поздравляем всех наших титановых, платиновых, золотых, серебряных, бронзовых партнеров. И, конечно, отдельно приветствуем тех из более чем 60 новых партнеров, которые стали партнерами 3CX только в этом году. Кто-то из вас наверняка есть и в нашей сегодняшней встрече. Мы очень рады, что вы с нами. Давайте в следующем году также работать вместе. И, конечно же, не забывайте проходить технические сертификации. Это тоже
важно, но при этом несложно. Действительно, я даже считать не стал, но, наверное, больше сотни успешных прохождений в этом году было, что тоже очень круто, что все больше и больше сертифицированных технических специалистов становится в наших странах. А здесь я хотел бы передать слово Татьяне, чтобы она прокомментировала еще пару слайдов. Спасибо. Спасибо, Илья. Еще раз хочу поприветствовать всех и сказать прежде всего спасибо. Спасибо за этот год, спасибо за сотрудничество. Этот год был достаточно, скажем так, полон вызовов для многих из нас, для всех вместе. Для меня это был тоже год лично очень такой, год перемен. В компании 30X я работаю с июля. И очень много новой информации, потому что я из совершенно другой сферы. Но что я хочу сказать? Основную информацию, очень многому я научилась именно от вас. Поэтому вам я хочу сказать спасибо больше всего. Потому что то, чему вы меня научили, это было из реальных источников, из реальных проектов, реальные ситуации, которые нужно было решать быстро, вникать в них, и не было времени что-то читать и осваиваться, надо было делать бизнес здесь и сейчас. Поэтому спасибо вам большое за поддержку. Спасибо за шикарные результаты. Илья уже прокомментировал, но я хочу сказать, что по результатам этот год именно в российском регионе намного лучше, чем предыдущие. Поэтому я считаю, что это достижение, учитывая все трудности, которые были. Я не буду долго рассказывать о том, что было в прошлом году. То, что компания 30X предоставляла бесплатные COVID-лицензии, были специальные предложения для учебных заведений. Много всего было сделано. Но это не только наша работа, это совместная работа с вами. Все результаты, которые добилась 30X, это благодаря вам, в том числе, потому что именно вы, те люди, которые продвигают наш продукт, продают, доносят, интегрируют. И спасибо большое партнерам, которые сами вникают во многие процессы, не просто ждут от нас каких-то действий, а сами берут и делают. Это действительно для меня это большая гордость. Я этой информацией делюсь со своими коллегами, со своим руководством и даже, в принципе, с партнерами и с клиентами из других стран. Поэтому я считаю, что мы большие молодцы в этом году. 30X не останавливается. Мы развиваем свой продукт. У нас есть roadmap и много что запланировано. Я знаю, что первое и самое главное – это локальный веб-митинг, то, чего ждут все. Так вот, он появился опять в roadmap, и он будет. Я не могу сказать вам по срокам, но это одна из вещей, которая будет реализована в этом году. Не просто интегрированный, не просто локальный веб-митинг, будет также интегрированный веб-митинг. Что это значит? Например, я сейчас разговариваю с вами по веб-митингу, но мне параллельно кто-то может позвонить. Так вот, он будет интегрированный, что означает, что, например, мой статус, он поменяется, и телефонная связь и веб-митинг будут соединены. Журнал вызова, audit log тоже у нас появится. Это связано с тем, что мы повышенная безопасность. Мы хотим, чтобы у нас была максимальная отчетность, поэтому мы эти новшества тоже вводим. До этого не было. Расширенные отчеты. С интеграцией с Facebook и SMS появились новые отчеты. Мы на этом не останавливаемся, мы будем продолжать внедрять новые отчеты. Интеграция с техподдержкой и базой знаний. Что это значит? Что можно будет все суппорт-тикеты, технические тикеты делать сразу из PBX-консоли. То есть тоже пройдет своего рода интеграция. База знаний. У нас появится веб-сайт, на котором вы сможете быстро найти информацию необходимую и ответы на многие вопросы по 30X. То есть не обязательно будет искать какую-то информацию на нашем веб-сайте или в Академии 30X. Будет уже заготовки по определенным темам с определенными вопросами, на которые вы сможете быстрее найти ответы. Подключение к интерфейсу через Google или Microsoft, это тоже мы будем внедрять. Это тоже то, что было запрашиваемо нашими партнерами. Ну и нормализация номеров Е-64 тоже мы хотим это ввести. В принципе, это не все. Безусловно, будут еще многие детали, которые будут усовершенствоваться, внедряться. Как упоминалось ранее, очень многое делается именно по вашим запросам. На многих вебинарах я и мои коллеги упоминали, что ваши
запросы в блогах, на форумах, они читаются нашим высшим руководством. Поэтому я призываю вас, если у вас какие-то идеи, какие-то пожелания, обязательно публикуйте эту информацию и далее, потому что это действительно доходит до высшего руководства, они видят, что очень много запросов, тогда они могут это реализовывать. Это вкратце все. Еще раз спасибо вам большое за этот год. Я желаю, чтобы все трудности остались в прошлом году. И в Новый год мы вошли с новыми силами. И Новый год был очень успешен. Пусть Новый год вам принесет успех во всем, в том числе в продажах 30X. И я думаю, что все это мы сделаем совместными усилиями. Вы знаете, что всегда можете обращаться ко мне, звонить, писать. Я буду всегда рада вам помочь. Спасибо вам. Знаю несколько человек в чате, которые сейчас должны были, наверное, очень сильно порадоваться пунктам, изложенным на экране. Но действительно, это прекрасно, что 3CX развивается. И вот еще раз новогодний баннер 3CX поздравляет нас с наступающими праздниками. Вас, конечно, тоже. Друзья, сейчас наступает рубрика открытого микрофона. Если кто-то что-то хочет сказать в завершение нашей вводной части, пожалуйста, напишите в чате или поднимите руку. Мы с удовольствием дадим вам слово. Даже скорее призываем поделиться какими-то своими ощущениями, поздравить коллег с Новым годом. Можно дерзить, как говорит Олег, да, давайте дадим ему первое слово. Олег, у тебя права предоставлены, можешь сейчас включить микрофон и поздравить нас с наступающими праздниками. Понятно. Ну, собственно, у меня пожелание к 3CX одно, это побольше, так скажем, начать наконец-то уделять внимание не только продукту, о том, какой он там хороший, какие у нас там API, митинги и так далее, но начать говорить о самом важном, ради чего, собственно, мы тут работаем. Мы работаем все, и дистрибуторы, и партнеры, и вендор, это ради денег. Поэтому чаще я бы хотел слышать слово «мы с вами заработаем столько-то, мы сделаем то-то для того, чтобы вы заработали, ну и мы, разумеется, столько-то, столько-то, столько-то». То есть чаще говорить про деньги, про продажи, про то, как мы будем пылесосить наш рынок там, в России, в других странах, что мы будем делать для того, чтобы упоминание 3CX там, в наших интернетах было существенно выше, чтобы, соответственно, там рынок Panasonic, который сейчас, скорее всего, будет освобождаться, чтобы мы его забирали и начинали говорить уже про деньги. Не про продукт, а про маркетинг, продажи, про деньги, про бизнес-планы и так далее. Вот, собственно, одно единственное пожелание, которое хочется. То есть мы со всеми вендорами обсуждаем иногда. Все начинается с денег, ими же, как правило, заканчивается. С 3CX мы обсуждаем исключительно вот вещи, которые почему-то не про деньги. Мы стесняемся с вами говорить про деньги, предлагаю не стесняться. Хорошо. Олег, договорились, стесняться в следующем году не будем. Я еще раз повторю, спасибо за комментарий. Я с вами полностью согласна, говорим про деньги. Все, что мы озвучивали до этого, это было вокруг и про деньги, но не упоминалось прямым текстом. Так что ваш комментарий я беру к сведению, и будем четко идти по планам и говорить про деньги, как мы зарабатываем, потому что это правильно. Продавая вообще продукт 3CX, компаниям, конечно, надо начинать с того, как они смогут сэкономить и как они смогут заработать. Поэтому это то, о чем мы будем говорить с вами. Тоже с партнерами. Спасибо. Да, мы послушали оригинальное поздравление с Новым годом, но пока никто не хочет включаться. Ну, давайте, собственно, попробуем перейти к самому интересному. Я сейчас остановлю презентацию, начну показывать свой экран и нажму на кнопку Play. Друзья, собственно, вы сейчас можете зайти на сайт kahoot.it или зайти в приложение и ввести вот этот вот пин-код 5568322 в стартовом окне, написать, как вас зовут, и вы появитесь на экране, сразу увидите свой никнейм и сможете поучаствовать в игре. Вот Юрий, Олег появился. Я, может быть, даже сам тоже зайду, просто чтобы протестировать, что все нормально работает. Эдуард, Майк, Дмитрий, Олег. Татьяна сказала, что даст шанс вам выиграть и не будет участвовать. Так что не бойтесь такой серьезной конкуренции от вендоров. Если с вами есть кто-то, кто смотрит трансляцию вместе, конечно, вам ничто не мешает зайти с разных устройств, но тут никаких проблем, ограничений нет.
Так, если мы кого-то еще ждем, напишите в чате, пожалуйста, прямо сейчас. Мы без проблем еще минуту можем подождать, потянуть. А если никого не ждем, то я просто нажму на кнопку «Старт». Давайте буквально 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну, в чате никто не пишет. Юрий еще подключился. Ну, о, Андрей Королев с нами. Прекрасно. Значит, не заряждали. Так, ну, никто, да, никаких больше сигналов не посылает. Ну и хорошо. Тогда старт. Я сразу скажу, что на первый вопрос все ответы будут правильные. Вы просто нажмите на любой, чтобы понять, как вообще в это играть. Вопрос, нравится ли вам работать с 3CX? Да, конечно, еще как. Или плюсик. Выбирайте здесь абсолютно любой вариант ответа. Это конкретно в этом случае вообще ни на что не повлияет. Ну, просто такой первый тестовый вопрос. Ух ты, как равномерно распределилось. Я надеюсь, что все поняли, что нужно делать дальше, да и уже перейдем к настоящим вопросам. Ну, единственное, наверное, ограничение платформы. Вы не слышите веселую музыку на заднем фоне, но я уверен, что это в данный момент вам не должно помешать. Действительно, скорость нажатия на кнопки тоже это влияет. Ну, разница, конечно, абсолютно минимальная, но мы идем дальше. В какой стране расположена штаб-квартира 3CX? Великобритания – красный вариант ответа, Кипр – синий. Россия – желтый, Греция – зеленый. Я вот давайте на неправильный нажму специально. Ну, собственно, понятно, кто нажал не туда. Действительно, ждем тех времен, когда 3CX будет на Луне. Но пока переходим к следующему вопросу. Какое максимальное количество участников веб-митинга в редакции Professional? 25, 50, 100, 250. В редакции Professional, не Enterprise, действительно до 100 участников митинга. Тут уже не все ответили правильно. Но у нас определяются все больше и больше лидеры, которые не только правильно, но и максимально быстро отвечают на все вопросы. Сколько стоит в рекомендованных розничных ценах апгрейд бессрочной лицензии Professional 32 до Enterprise 32? Ну, естественно, в евро, без НДС, без каких-то налогов, только в РРЦ. Ну, понятно, что точные цифры, наверное, никто не помнит, но примерно можно понять разницу между 216 и почти 2000 евро. Ух ты, удивительно. Никто решил правильно не отвечать на этот вопрос. 757 евро, действительно. Ну, соответственно, баллов никому не прибавилось. Ну, а тут правда или неправда, компания Epimatic – единственный дистрибьютор 3CX в России. Слева правда, справа неправда. Действительно, мы единственные, чем очень горды и рады. Дмитрий Пахомов вырывается в лидеры, Эдуард, Олег Агапов. Ну, все очень-очень и крайне близки. А здесь вопрос пока не скажу, потому что вам придется посмотреть видео. Ну, вы, кстати, знаете, что вы можете скрыть чат, например, чтобы у вас окошко немножко выросло. Ну и, собственно, вопрос, какое время было на экране телефона в этом промо-ролике от 3CX? 14.34, 16.20, 10.10 или 18.15? Еще кого-то ждем. 14.34 действительно было на экране. Ну, кому-то больше по душе всем 16.20. Ладно. Эдуард вырывается в лидеры. У нас поменялся лидер сегодняшней игры. В какой вид спорта играют эти ребята из 3CX? Футбол, волейбол, пляжный футбол или футзал, или мини-футбол? Мы здесь не будем вдаваться в подробности, чем футзал отличается от мини-футбола, поэтому для простоты и то, и другое написано в зеленой ячейке, чтобы потом нам не ругаться. Ну, собственно, да, это сборная компании 3CX именно по мини-футболу, он же футзал, не по обычному большому футболу. Ну, как минимум, по количеству участников в команде можно было это понять. Все-таки там было далеко не 11 или больше человек. Продолжим тему. Какой футбольный клуб является партнером компании 3CX? АПЛ, Бавария, Локомотив Москва или Ювентус?
Действительно, это кипрские же АПЛ. Бавария, это, кстати, партнер другого нашего вендора компании Gigaset, еще одного европейского. Мы мероприятия вместе тоже проводили, но остальные два пока что ни при чем. Среди лидеров изменений нет, но Эдуард все больше и больше упрочивает свое преимущество. А в каком городе сделано вот это фото? Екатеринбург, Киев, Минск или Москва? Вопрос, на самом деле, совершенно без подвоха. Это выставка «Связь» 2019. Ну, надеемся, что тяжелые времена пройдут, и скоро мы тоже будем видеться на самых разных выставках, в том числе и в России, и в других странах. Есть изменения в первой пятерке, это прекрасно. Давайте пойдем дальше. Какую скидку получает серебряный партнер 3CX? Именно серебряный. 15%, 20%, 25% или 30%? Я все продолжаю неправильно отвечать на все вопросы. Думаю, что в битве за последнее место меня уже никто не сможет обойти. Серебряный партнер получает 20%. Другой популярный ответ 15% – это бронзовый. Это уровень бронз. Так что здесь голоса разделились пополам. Дмитрий вырывается на первое место, с чем поздравляем. Ну, а, кстати, там вы могли заметить, что у Руслана была самая длинная победная серия. Какая компания производила экскаваторы-подрузчики 3CX, Komatsu, JBL, JCB или Kase? Ну, производила в прошедшем времени, сейчас они уже именно 3CX не называются, там произошел небольшой ребрендинг. Ну, собственно, да, это не Komatsu и не Kase, JBL это вообще никак не относится к экскаваторам, но похоже, хотели вас немножко запутать, правильный ответ, конечно, JCB. Больших изменений пока нет. Еще один вопрос серии «Правда или неправда?» Можно ли кастомизировать поле с надписью 3CX World World? Вот здесь, как на картинке. Да, я вас не предупредил. Действительно, можно кастомизировать, можно вообще все что угодно. Там и картинку можно добавить, ничто не мешает. Я вас не предупредил, вопросов всего 20. Но вы это, я думаю, так представите на своем экране. Для вас это не секрет. Какая редакция 3CX поддерживает функцию очереди вызовов? Юрий, вижу ваш комментарий в чате. Ничего страшного, я думаю, потом в финальной табличке, конечно, можно добавить. Это не страшно. Действительно, и Professional Enterprise поддерживают. Тут провести вас не удалось. Но вот, может быть, следующий вопрос. Какая редакция 3CX поддерживает функцию встроенный отказоустойчивый кластер? Вызовет больше вопросов. Но нет, все также, ну, естественно, неправильный ответ, это мой телефон. Все также ответили правильно, здесь уже, конечно, ответ только Enterprise. Поэтому глобальных изменений мы не видим. Каких лицензий 3CX не существует? На 12 одновременных вызовов, на 4, на 192 одновременных вызова или на 48 одновременных вызовов не существует. Тут тоже почти никого не удалось провести. Действительно, не существует лицензии на 12. После 8 идет 16. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Уже за 10 тысяч баллов перебрался Дмитрий, но Эдуард наступает на пятки. Следующий вопрос. Уже движемся к финалу. Каким НДС будут облагаться лицензии 3CX 1 января 2021 года в России? 20%, 18%, 13% или нас эта история не коснется, НДС будет нулевой, как и раньше. Ну, тут, конечно, да, возможно, партнерам из других стран вопрос покажется более сложным. Да, на 20%, по сути, для конечных заказчиков с Нового года из-за решения правительства России увеличится стоимость лицензий. Ну, будем жить в немножко другой реальности с 1 января. Вот этот вопрос помог Майку подняться сильно выше. Еще один вопрос из серии «Правда или неправда?» Можно ли сделать апгрейд с лицензией «Стандарт 16 бессрочная» до «Professional 16 бессрочная»? Слева можно, справа, соответственно, неправда, нельзя. Нельзя сделать апгрейд до бессрочной Professional, потому что их уже с 1 августа как не существует. Сейчас можно купить новые лицензии только Enterprise бессрочные и, соответственно, апгрейд сделать тоже только до Enterprise в любом случае.
Ну, маленький лайфхак. У нас в компании Пиматика на стойке еще осталось некоторое количество бессрочных лицензий Pro. Вы можете успеть и купить их с дополнительной скидкой. То, чего во всем мире уже нет. Так что, если что, обращайтесь. 18-й вопрос. Сколько предусмотрено уровней сертификации технических специалистов 3CX? 1, 2, 3 или 4? Ну, для тех, кто прошел все уровни сертификации, наверное, это не вопрос. Действительно, 3 уровня, базовый, средний, продвинутый. Тут все было достаточно несложно. И, по сути, наверное, сейчас будет последний вопрос, который может что-то решить. В этом году мы тосковали без офлайн мероприятий, действительно, я про это говорил в презентации. А сколько все-таки вебинаров про 3CX мы провели в этом году на русском языке? Я, честно, считал все, которые проводила и Татьяна, и я, и Олег Резник с Кипра также технические вебинары проводил. 12, 16, 22 или более 30. Ну, ух ты, никто о нас слишком хорошо не подумал. Действительно, я после 30 уже просто сбился. То есть, ну, примерно раз в рабочую неделю какой-то вебинар для российских, ну, и вообще русскоязычных партнеров проводится. Так что, если вы хотите узнавать что-то новое про 3CX, получать новую информацию, пожалуйста, мы всегда рады ей делиться. Ну, и сразу раскрою секрет. На последний вопрос все ответы также будут правильные. Так что просто выберите любой квадратик, который вам больше понравится. Что вы думаете про 2021 год? Будет лучше, будет так же, будет хуже или ничего не будет? Ну, это прекрасно, что никто не верит в худшее, а в основном все верят в лучшее, либо просто вообще считают, что ничего не будет. И это хорошо. Давайте, друзья, узнаем итоги и наш сегодняшний подиум. На 3-м месте с результатом 12142, 14 правильных ответов из 20, оказался Олег О. Я, если честно, потом проверим, кто такой Олег О, или напишите в чате, я, честно, сходу не понял. Кто такой Эдуард, я знаю, на 2-м месте с результатом 2544, действительно, наш пресейл-инженер. Я думаю, что Эдуарду мы подарим приз, который самый, наверное, большой и объемный, чтобы он не разбился по пути в другие регионы. Вот такой. Вот. Приятную бутылочку. На 1-м месте, собственно, действительно топ-1 партнер 3CX в России, компания «Деловой разговор», Дмитрий Пахомов. Ну, не скажу, что я удивлен. Это прекрасно. Дмитрий подтвердил свое реноме. 13 138 баллов, 15 правильных ответов из 20. По всем показателям всех обошел. Поэтому, Дмитрий, мы вам тоже отправим набор подарков. Возможно, такие вот гаджеты от компании «Эпиматика», конечно же, брендированную кружку. И что-то, часть подарков у меня унесли. Но ничего страшного, не переживайте, мы никого, конечно, не обидим. Олег А, на самом деле. Отлично, мы разобрались, кто у нас на 3-м месте. Платиновый партнер 3CX в России, компания Omniline. Тоже прекрасно. Рад видеть вас на подиуме. Ну и какой-нибудь сувенир обязательно отправлю тому, кто занял, ну, предпоследнее место, не считая меня самого, который на все вопросы отвечал неправильно. Мы результаты сохраним. У нас тут призов много. Так что спасибо, что поучаствовали. Найдем способ всем вам доставить призы и подарки. Друзья, всем спасибо, что поучаствовали. Да, Юрий, как говорил, подводя итоги, обязательно за тот вопрос добавим. Это бывают проблемы с сетью. Тут часто действительно такое бывает, все перепроверим. Если кто-то хочет что-то сказать, то присоединяйтесь. Если не хотите, то всех еще раз с Новым годом. Больше внимания к начинающим партнерам. Хорошее замечание, спасибо. Ждем, будем. Ну, на самом деле, я знаю, что Татьяна в том числе с каждым начинающим партнером обязательно общается, знакомится, так что, ну, и мы, естественно, с вашей стороны тоже. Так что, естественно, стараемся помогать, чем только можем.
Комментарии в чате. Комментарии в чате с Новым годом, с праздниками, да, но есть и серьезный. Больше внимания к пожеланиям российских пользователей 3CX. Хорошо. И с Новым годом. Друзья, всем спасибо. Действительно, всех с наступающими праздниками. Увидимся, наверное, уже в следующем году. Всем, да. Всем пока. Всех с наступающим. Всего хорошего. Спасибо. До свидания.